разглядел только через 3 года. Это так тещенькина дочка боролась с мрашами. Разглядел уже очень поздно, мое упущение. Бинт плотно намотала и пропитала бирюзовым дегтем. Вполне нормально вот для того журнала. Думаете, она сама догадалась? Сейчас увидим. Вот из-за этого плохо развивается и болеет верх яблоньки. И, наверное, поэтому пытаются развиваться молодые побеги ниже этой перевязки. Размотал только неделю назад, когда обнаружил. Урок на всю жизнь. Вот это, пожалуйста, его тещенькина дочка. Она не просто дочка, она читала журнал, я догадываюсь какой. Пропитала березовым дегтем, все, результат. Вот это. И главное, она боролась с мурашами, с главными защитниками сада. Вы понимаете, что творится? Ну, пожалуйста. И никто не знает, что деготь это яд. Нет, я всегда в таких случаях говорю, все агроприемы переносите на себя. Итак, тещина дочка или любой любопытный берет бинт, вот, обмазывает дегтем и заматывает палец себе. И ждет. Ну, потом, если успеет спасти, то ладно, нет, отрежут. Вот, гнилой палец. Вот на себе пробуйте. Это же то же самое, мы же в одной крови, как говорил этот Маугли. Мы одной крови. Все пробуйте на себе. И отрезайте себе пальцы рук, вырывайте ногти. Вы знаете, как любят это? Отщипнуть верхушки, это самое, оторвать эти листья, ошмыгать листья, оторвать цветы. Давайте носите своих ногтей. Я уж не могу, я, может быть, этот тон у меня такой, ну, как вижу такую фотографию. Ну вот опять. Помните, я про клей клеилов намазать на поверхность, и все, эти сдохнут, эти муравьи не полезут. А куда им лезть-то, дерево гибнет. Так, вот это вот персик, он привит на этот. Это, кстати, журналистка красноярская. Вот, тут это самое. Не другие есть. Пытаются доказать, что персика у меня нет. Насчет укрытия, попробуйте его укрыть, само собой. Вот. Это прямо вход. Вот. Ну, я в таких случаях говорю, ребята, я сейчас показал фотографию. Сразу несколько тем. Первое. Забор это отражающая способность у него. Даже зимой температура выше, чем, допустим, за забором. А с этой стороны дома он отапливается. Я это назвал тепловой ловушкой. Несколько градусов выгадал, и вот тебе неукрывной персик. Если кто-то будет говорить, что я ему морозостойкость не повысил, ну, значит, я обхитрил. Помните, как наша книга с Курдюмом называлась? Вот. Как перехитрить климат. А вот эта вот книга, кстати, люди до сих пор требуют, а издатель сказал тогда мне, я ему позвонил, вот, отказываемся.